Привет, друзья! Сегодня у нас очередная посылочка. Настенный светодиодный светильник с датчиком движения. Имеется инструкция на английском языке. Давайте посмотрим, что они нам пишут. При полном заряде аккумулятора светильник работает от 8 до 10 часов. И это очень хорошо. Аккумулятор литий. Я так понимаю, литий-ион, 3,2 вольта, 14,450. Это такие маленькие пальчиковые аккумуляторчики, небольшой емкости. Я думаю, большой аккумулятор здесь не нужен, потому как солнечная панель имеет маленькую площадь. И аккумулятор большой емкости за день не зарядится. А корпус сделан из нержавеющей стали. Кнопочка включения-выключения, 9 светодиодов. Так, и давайте мы его включим. И проверим. Так, включили, и что? И ничего. Этот светильник днем не светит вообще. Ночью светит в полный кала. Но когда проходит кто-то мимо, включается на полную. Протестировать нам его сегодня, сейчас не получится никак. Нужно ждать, когда потемнеет. Недавно у нас на канале был обзор. Примерно такого же, но с микрофоном. И я уже неделю не могу зарядить аккумулятора, потому как солнце всего где-то 3 часа на этой стороне. И тучи. Небо облачное. В день набирает где-то примерно 0,5 вольта. Я его пока повесил на балконе. Если хотите, сейчас покажу. Светильник временно подвесил вот здесь. На балконе. Солнца очень мало. Где-то с 7 до 10. Северо-восток. И постоянно тучи. Заряжаться будет очень долго. Так что, как-то так. Летом надо будет сделать еще один тест. А пока уходим на паузу. Так, а ты что тут делаешь, а? Что такое? Какого хрена? Так, это же не наш, по-моему. А ну брысь, шел отсюда, гони его, Филя, гони его нафиг, это не наш. Продолжаем, уже вечер, 8 часов 30 минут. Так, теперь давайте включим, нажимаем вот эту кнопочку, чик, и вот что у нас получилось, чик, чик. Чик-чик. А ну давайте попробуем отключить свет. Опа. В темноте включается. Так, теперь давайте сделаем вот что. Так, это у нас время. Так, нажимаем вот эту фигню. И время пошло. А через 30 секунд должно отключиться. Но я немножко промотаю, потому как полминуты это очень долго. Опаньки. 35 секунд. А ну еще давайте попробуем. Датчик движения. Опа, сработал. Отлично. И еще 30 секунд. Проверяем то. Опаньки, сработало. Теперь давайте посмотрим, на каком расстоянии оно срабатывает. Нахожусь на расстоянии 3 метра. 3 метра от меня до светильника. Сейчас отключится, и мы сделаем какое-то движение. Отличненько. Так, проходим. 3 метра не срабатывает. Подойдем на полметра ближе. 2,5 метра. 2,5 метра нормальненько. Давайте еще подождем полминутки. Замечательно. Дежурный режим. Делаем движение рукой. Нормально, сработало. Что я могу сказать? Светильничек интересный. Давайте мы посмотрим, что у него там внутри. Нажимаем-то на кнопочку, отключаем.
имеется 1, 2, 3, 4, 5, 6 винтовых. Сейчас мы их быстренько открутим. Вот такая корёбочка. Так, вот такая крышечка, нержавеечка. Очень тоненькая. Так, и что у нас здесь? А здесь еще одна вот такая крышечка. Так, а резинового уплотнителя нет. Как же так, непорядок. Так, кнопочка. Вот такой уплотнительчик. И что мы имеем? Аккумуляторчик. Вынимаем то. Вот такой. Платка управления. Заряд-разряд. Здесь у нас светодиоды и датчик. И больше ничего. Ну, как-то так. Давайте посмотрим, сколько вольт в этом аккумуляторе. Потому как если заряжать от солнца, придется очень долго ждать. 3 и почти 3 десятых. Ну что, нормально. Так, и давайте сделаем вот что. Вот это вставим вот сюда. Я думаю, так будет быстрее. Ну, как-то так. На этом все. Всем, кто смотрел, спасибо. Ставим пальцы. Кому интересно, ссылочка в описании под видео. И до следующих видео. Всем пока.